Сегодня мы представляем новую книгу «Новосергиевский район. От истока в будущее», посвященную 85-летию со дня образования района. Книга вышла в издательстве «Артлайт» города Самары, тиражом 1000 экземпляров. Объем печатного текста – 192 страницы и более 250 фотографий. Твердый переплет, на обложке которого – один из уникальных уголков родной природы. Вверху слева – герб Новосергиевского района, внизу – цветущая тюльпанами весенняя степь. И герб, и степь сопровождают каждую страницу книги, но уже в черно-белом изображении. Степь как бы держит текст в ладонях, и на память сразу приходят слова: «Как большие ладони, оренбургские степи обнимают меня». Эпиграфом взяты слова Николая Михайловича Карамзина: «История предков всегда любопытна для того, кто достоин иметь отечество». Открывают книгу обращение к жителям района и поздравления с юбилейной датой первых лиц Оренбуржья и района: Дениса Владимировича Паслера, губернатора Оренбургской области, Сергея Викторовича Балыкина, первого вице-губернатора, и Александра Дмитриевича Лыкова, главы Новосергиевского района. Издание рассказывает об экономике, культуре, населении, истории района и 19 входящих в него сельских советах. При подготовке книги были использованы материалы Вениамина Александровича Черняева, Владимира Михайловича Дедловского, Анатолия Михайловича Погребнова, Михаила Юрьевича Мстиславского, Юрия Баженова, Александра Чебелева и журналистов газеты «Голос глубинки». 85 лет в истории человечества – короткий миг. А вот для каждого человека из ровесников района прошедшие годы – это вся жизнь с ее радостями и печалями. На страницах книги жизнь района предстает не просто чередой лет, черточкой в истории области или страны. Это веха в судьбе России. С момента образования района неоднократно менялись административные границы, что было обусловлено переменами, происходящими в годы первых пятилеток, реорганизацией и укрупнением районов. В середине 60-х годов прошлого века территория района окончательно оформилась в нынешних границах. Это 4500 квадратных километров. Такова наша доля на бескрайних просторах необъятной России. Новосергиевский район сегодня – это одна из перспективных оренбургских территорий, которая совмещает в себе промышленное производство и сельское хозяйство. Здесь реализуются важнейшие социальные программы районного, областного и федерального уровней. Основа сегодняшних успехов района во всех сферах, несомненно, является духовный, культурный, творческий потенциал, созданный поколениями людей. Здесь проживают представители десятков национальностей, отличающихся своей самобытной культурой, верованиями и традициями. У каждого села есть не только собственное лицо, но и биография. И цель властей района – сохранить в каждом сельском совете самобытность каждого из народов и уникальность сел. «Чтобы любить свою родину, надо ею гордиться», – говорит в своем обращении Сергей Викторович Балыкин. Новосергиевцы гордятся своими героями Советского Союза и социалистического труда. Время не погасило, а еще более высветлило бессмертные дела земляков. А новые поколения будут не только сохранять, но и укреплять это бесценное достояние, бережно передавать уже своим детям и внукам. И пусть не прервется связь поколений.